Вера на первом. В Сингапуре настолько все просто, настолько все и запутано. Вот такой вот палкой учителю разрешено бить ребенка. Это наследие Британской империи, бить в школах и тюрьмах палкой. А скажите, пожалуйста, мне интересно, какие у вас есть запреты для проживания? С нашим другом приключилась такая история. Он разгуливал голый по квартире, и человек из соседнего здания вызвал полицию. Та приехала к нему и попросила одеться. У вас вот в полиции вот все такие доброжелательные люди работают? Да, возможно. Но во время задержания мы совсем не няшки. Район миллионеров. У них свои детские сады с бассейном для собак. Фух, слушай, прям устал, пока вам все рассказала, честно говоря. Жизнь других. В воскресенье на первом. Вот так вот питаются сингапурские студенты, а так взяла как бы телеведущая.